Чего ты хочешь, Лёва? Я думаю, Лёва. Пистолет. Пистолет. Ну, вы же сейчас едете. Сейчас-то тебе он зачем? Мы сейчас едем. Ты едешь на самокате. Пистолет не забыл. Вот он у меня, его пистолет. Конечно, забыл, блин. Разбирает снежком. Разбирает. Жалко, конечно. Такой он был. Тормозим. Банки отвезла бы. Ребят, тормозим, красный. Банки отвезла. А что тебе? Ну, короче говоря. Стоим, ждем. Что тебе, маменька? Маменька, что купили? Какой ты с вами? Который у тебя? А, вот этот пистолет. Бабушка, дай мне пистолет. Зеленый, ребята. Зеленый. А, который... А, вот этот у бабушки, который... Нет. Куда вы поехали? Вы куда поехали-то? Да. Вы куда поехали, ребят? Что, дай? У меня нет своего пистолета, у бабушки он. И у тебя еще один. Какой еще один? Как? А, вот этот мы набили. Нет, другой. Лев, едем уже? На. Я другой хочу. Успокоился, Лева? Еще поплачь. Соня поиграет, тогда тебе даст. Она же первая взяла, Лёв. Хочу. Ну, мало ли, что ты хочешь. Она взяла первая. Этот пистолет, он общий. Она поиграет, даст тебе. Сюда едем. Сонь, Лёв, сюда едем. Пойдемте, зеленый. Я уже слышала это, Лёв. Я бы Соне дал. Ну вот и дай. Не забирай у нее. Что дать? Не забирай. Ты уже говоришь, я бы Соне дал. Вот и уступи, Соня. Лёв. Не можешь уступить? Лёв, знаешь, Лёв, скажи, что ты... Типа, а если бы... Лёв, скажи мне... А если бы у меня были Соня пистолет, то я бы тебе бы дал. Скажи так, пожалуйста. Да. Лёв, получается, если бы ты мне сказал, если бы я спросил у тебя, ты бы сказал, я бы дал, да? Да. Я бы уже сказал, а если бы у меня был пистолет, я бы тебе бы дал, да, Лёв? Ты знаешь, что у тебя его нет, да? Жаль, что у тебя нет пистолета, да? Да, жаль, что у Лёв, чё с лицом? Алё, чё расстроенный такой? Потому что Соня жадина. Соня не жадина. Да. Нет. Соня поиграет, тебе даст. В чём проблема? Просто у тебя я хочу. На первом месте я хочу, да? Да, Лёв? Давай мне, Сонь. Так и будешь ронять. Я вот так вот поеду.
Я могу к Саше еще поехать. Как? Я тоже так могу. Смотрим налево, нет ли машин. Что, на улице будем? Да, давайте на улице, сейчас хорошо, тепло. Садимся. Ну что, мороженое, да, Лёв? Мороженое? А что? Я не буду мороженое. А мне большую картошку фри. Ладно, среднюю. Мне большую картошку фри и бульбинер. Нормально, скажи по-русски. Картошку фри и бульбинер. Большую. Нет, Лев, ты в прошлый раз не съел. А мне среднюю картошку фри и мороженое. Лев, тебе среднюю картошку фри и еще что? Бургер. Какой? А мне еще пирожок. Чизбургер. А мне еще пирожок. Нет. Почему? Потому что очень много. В прошлый раз набрали и всего не съели.